ФОК в каждый регион. Амбициозные проекты сегодня в центре внимания участников специального круглого стола. Как создать достойные спортобъекты, учесть мнение жителей и грамотно подойти к финансированию. Резюме совещания в нашем материале. Понятие «физкультурно-оздоровительный комплекс» северянам уже знакомо. В том году возведен ФОК в округе Воравино-Фактория. Уже в 2021 комплекс открытого типа появится в Пиниге. На это выделено 20 миллионов рублей. Еще 24 миллиона для 10 школ региона, в том числе сельских, где создадут условия для занятий физкультурой. Помогают как средства федерального проекта «Спортнорма жизни», так и областной госпрограммы. В этом году мы должны сдать спортивный зал в Илизе в Устьянском районе. Каргополь, Коряжма и Архангельск будут переходящие на следующий год. Поэтому точно так же действует и работает динамичная программа, на которую каждый раз не хватает денег в полном объеме, потому что заявок от муниципалитетов большое количество, если не сказать огромное. Как отметили на круглом столе в областном парламенте, каждый год больше 30 различных объектов возводится в муниципалитетах. И успех зависит от того, насколько быстро сработают на местах. Затягивание с подписанием соглашений уже при выделенной субсидии имеет место быть, как и нарушение графика работ. На заседании рекомендовали выделить доп. Средства в этом году на модернизацию существующих объектов, создать финансовый задел на 2022 год и муниципалитетам активнее участвовать в конкурсах на получение областной субсидии. И тут мы несколько направлений говорим, это строительство плоскостных сооружений, где в большей степени, может быть, занимаются. Это строительство крытых спортивных сооружений. Пусть будет они дорогостоящие, бывают, но, тем не менее, есть типовые проекты, которые могут быть в том числе реализуемы в муниципальных образованиях, сельских территориях. Особенно эта проблема сегодня существует. Это поддержка и ремонт спортивных залов в сельских школах. Да? И сейчас вот с того года мы начали капитально ремонтировать и выделять финансирование даже для городских поселений. В этом году на капремонт крытых спортивных объектов в 6 муниципальных образованиях выделены 9 миллионов из областного бюджета. Работы проведут в Архангельске и Коряжме, а также в Вельском, Каргопольском, Няндомском и Онежском районах. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29.